Движение на синей ветке метро сегодня остановилось из-за мужчины на рельсах. Как сообщили очевидцы, человек болтал по телефону и якобы был навеселе. В какой-то момент потерял равновесие и свалился прямо перед приближающимся составом. Очевидцы замерли в страхе. Но машинист среагировал профессионально и умудрился остановить поезд. Упавшего подняли и увезли в больницу. Тысячи пассажиров в час пик были вынуждены ждать возобновления движения. Все заработало в четверть седьмого.